Так что, у нас, значит, доброе утро. Вот кофеечек, Макдональдс, бывший муженек рядом. Я надеюсь, сегодня точно станет бывшим, потому что мы с утра уже успели переругаться, и проспать. Бывший, вот, закрой свой. Уже давно успели поругаться. А ты что, вот, вот пока как... Да можно просто языка, заткнуться, там, блядь, а? Вот это для твоего... Ну, все по всем, да? А что же, я тут никого, никого не... Ну, вообще так и есть, Йосиф. Чего мне не верить-то? А, разводен? Пояснение простое, любовь прошла, идем своей дорогой, мирно, по-любовно, в целом все. Скоро о месте жительства несовершеннолетнего ребенка? Нет, будет жить с бывшей супругой. Скоро в раздельном имуществе? Нет. Красоты? Так, я, значит, сижу. Сидим, короче, в посаде. Лёшка там, он танцует уже, рилсики снимает. Вот, ну что сказать, знаете, по ощущениям, я не могу сказать то, что я там расстроена или грустна, или еще что-то. Я все это уже пережила давным-давно. У нас все было очень растянуто. Самый последний раз я это пережила, когда Йоси на Дальба пришел. Вот, поэтому, в общем, в целом, ну, как бы все хорошо, это была просто формальность. Поэтому просто порадуйте за нас.